Стихотворение «Дорога в космос», автор Екатерина Келезева. Больше полвека наши ракеты в космос летают для благ человека. Сотни сигналов на Землю идут, их принимают связисты из ЦУ. Люди годами в ракетах живут, это профессия, это их труд. О космосе многие с детства мечтают, туда иногда и туристы летают. Впервые звездный космос Гагарин посетил. Он в Оренбурге навыки полетов получил. Здоровье было крепкое, учился он на 5. Ему Земля доверила космос покорять. О женщинах России легенд не перечесть. Почти во всех профессиях они, конечно, есть. Важна в полет высокий гагаринская школа. И в космос полетела Валя Терешкова. Страна моя большая вновь празднует успех. Впервые наша женщина взлетела выше всех. Труд женщин в России немалый. Куда ни кинешь взгляд, укладывает шпалы, выращивает сад. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Корабль на орбиту выводит и там станции создает. Выносливость и знания для этого нужны. Поэтому отлично учиться мы должны. Нам покорять высоты, чтоб звезды там открыть. Достойны космонавтов стараемся мы быть.